необычная хореография Альберта Алонсо. Никогда не приходилось мне ни видеть, ни танцевать такие танцы. Когда я начала репетировать, мне хотелось уловить сущность этих движений, эту манеру, которую так точно и интересно предлагал балетмейстер. И это-то и было самое непростое. Алонсо отлично знает андалузских цыган. Он много лет жил в Испании и общался с этими людьми. И нам он ставил не их типичные танцы, а их характеры. Кармен свободна. Об этом все в балете. Она как свободный бык на пастбище. И не случайно все действие происходит на арене для боя быков. Вся ее жизнь – коррида. Это опять ты. Канарейка Хозе, не надо быть злым и таким строгим. Милый Хосе, не сердись на меня. Хосе Николай Фадеичев. Взялся этот тореро.
ловок, красив, смел. Тореадор Сергей Радченко. Кто он? Откуда появился такой смельчак, которому так же люба жизнь, как и безразлична смерть? Он не как серая толпа и не сдастся так сразу, как Хозе. Отрывает глаз от меня, но делает вид, что безразличен. На такого рода размышлениях построен весь дуэт. Этот дуэт – своеобразная игра глаз, ног, поворотов.
надеялся, что Кармен сбежит, но она оказалась тут. Нет, я больше не люблю тебя. Ты хочешь меня убить, я это знаю. Такова судьба. Но я не уступлю. Кармен всегда будет свободна. Тореро. Я люблю Тореро. Всякая женщина – зло, но дважды бывает прекрасной. На ложе любви и на смертном одре. Всемирно известный большой балет начинает во вторник вечером в 7:30 в здании Метрополитен-Опера свой третий сезон в Америке. Предполагается, что большой балет явится последней труппой, которая даст представление на сцене Старого театра. Наибольший интерес в программе недели представляет первая постановка в Соединенных Штатах балета «Дон Кихот». Список действующих лиц и исполнителей открывает Екатерина Максимова. Thank you.
В январе 1965 года Екатерина Максимова впервые выступила в роли Гитри на сцене Большого театра. К премьере молодую балерину готовила Галина Уланова. Я немножко сделала кусочек. Если оно могло бы быть, не только костюмчик очень красивый, эта штучка тоже симпатичная. Да, очень красивая. Да. Да. Сережки не одела и хорошо это. Екатерина Максимова, маленькая темноволосая балерина 26 лет, но которая выглядит не более чем на 16, исполняла главную роль Китри. Она танцевала с великолепным техническим мастерством, четкостью, уверенностью, большой легкостью и очарованием. Она заставила старый балет блистать подобно новому. Госпожа Максимова хорошенькая и очень женственная. Хотя она имеет официальный холодный титул «прима-балерины», и обладает абсолютной легкостью, которая начинается с безошибочной техники. Она проводит сцены с таким увлечением, как если бы это была игра, в которую она играет только в первый раз. Она летит и плывет в воздухе в необыкновенных прыжках и всегда улыбается. Не потому, что это требуется, а потому, что она молода и так вдохновенна теми чудесами, которые она совершает. Когда она наклоняется в конце ошеломляющих сцен, ее улыбка напоминает улыбку школьницы, как будто она говорит: «Посмотри, мама, я кончаю школу». Личное обаяние, теплота и великолепное ощущение юности придали ее исполнению и всему балету в целом особый блеск. Величие восхода, который расцветает, достигает волнующей вершины и остается таковым. С технической точки зрения эта русская девушка была всего примечательнее легкостью, чувством воздуха. Она проводит большое количество времени в полете. Воздух – это ее стихия. Ты балакировала бровки? Немножко. Ну и правильно, немножко надо. Вот видишь, совсем другой вид. Как цветок одели красный. Да. Я боюсь, сейчас буду такая красная. Не будешь, не будешь. Ты не успеешь. Тебе как кончится акт, и ты скажешь: а, вот видишь, как все кончилось, я еще не буду. Потому что это уже дело проверенное. Краска вся, и цветок красный, и сразу. Да. Вот так и здесь еще можно. Пусть. И все равно, ну, это место. Просто когда знаешь, что мало места, начинаешь шанс. А так ты делаешь широко, и вариацию сделал бы хорошо. Дальше уже как-то. И это сделала все. Почему у меня? Перед вариацией. Причем перед вариацией. А я думала, что у меня выскочит вот сюда. Причем я даже не то, что я когда это все делала, я так не учусь, что думаю, нет, я не учусь, да.